В каждой стране установлены свои даты, когда дети говорят слова благодарности самым дорогим и близким людям. Связь между матерью и ребенком нерушима и сохраняется на протяжении всей жизни, но вместе с тем и вносит свои трудности. Одна из самых важных ролей матери – это воспитание подрастающего поколения. Мы решили уточнить у жителей Твери, чему их научила родная мама, какой она должна быть – строгой или более мягкой. Как качество характера матери повлияли на судьбу детей, и вот какие прозвучали ответы. В любых начинаниях поддерживает. Что бы я ни делал, всегда поддержит и даст нужные слова. А ругает часто? Ну, сейчас уже нет. Но раньше в тонусе держала. Не могу сказать, что часто, но держала в тонусе. Она играет самую важную в жизни роль любого человека. Ведь это самый, я считаю, близкий человек у нас на Земле, поэтому... Слово «мама» я вообще всегда произношу с трепетом. Очень люблю свою маму, желаю ей здоровья. Она заложила в меня доброту, любовь, уважение к старшим, то, что им нужно помогать, заботиться. Я не могу ответить однозначно на этот вопрос, потому что у меня мама жива, но болеет. Причем уже очень давно болеет. И как бы поэтому я сама толком не знаю, что такое мама. Поэтому какая она должна быть, я не знаю. Главное, что она есть, это уже хорошо. А вот какая она должна быть, я не могу сказать. Это кому уже чего больше не хватает. Современная мама должна обладать такими качествами, как отзывчивость. Она должна уметь сострадать другим людям. Не обязательно даже к ее детям. Строгой должна быть? Строгой? Ну... В некоторых случаях может быть. Как бы это не слишком обязательно, но порой бывает необходимо. Я хочу маме сказать здоровье, мамочка, я тебя очень люблю. Мама должна, несмотря на занятость наших мам в современном мире, обязательно уделять время своему ребенку. Обязательно, кроме секций, учебы в школе, нужно уметь поиграть, развлечь, куда-то сходить, куда-то съездить. Всем мамам здоровья. Мама – это тот, кто дает человеку жизнь. Мама практически самый главный человек в нашей жизни. И я хочу пожелать всем мамам здоровья, счастья, и чтобы дети вас любили и были благодарны во всем.